Торжественное мероприятие начали с возложения венка бюсту героя Советского Союза генерал-лейтенанта Калыйнура Усенбекова. В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав военного института имени самого Усенбекова, а также его родные и близкие. Калыйнур Усенбеков родился 23 сентября 1921 года в селе Ойбулак Тюбского района Иссык-Кульской области. В Красной армии с февраля 1942 года был направлен для прохождения службы в Забайкальский военный округ. Сражался на Донском, Украинском и Белорусском фронтах. Калыйнур Усенбеков отличился в боях при расширении Кюстринского плацдарма, где личным примером и словом увлекал бойцов в атаку на отражение многочисленных контратак противника. В 45-м году на западном берегу реки Одер стрелковый батальон, в котором служил Калыйнур Усенбеков, трое суток вел ожесточенный бой. На вторые сутки Усенбеков, рискуя жизнью, пробрался к пулемету и открыл огонь. Около 60 вражеских солдат и офицеров были уничтожены. На третий день фашисты снова атаковали позиции батальона. Тогда он в рукопашной схватке лично уничтожил 7 вражеских солдат. Еще двоих взял в плен. Наш дедушка был очень скромным, добрым, интеллигентным, достойным офицером и доброй души человеком. В силу того, что мы были маленькие, детьми были маленькими, когда он был с нами рядом, мы не осознавали, какой он был человек, какие события в своей жизни пережил. Осознание величия всей его личности, его подвигов, его дел. Оно пришло уже потом. После гости последовали в клуб военного института, где в сопровождении оркестра был организован праздничный концерт. Также за высокие достижения и заслуги личный состав был награжден грамотами и медалями. Военный институт имени Калыйнура Усенбекова за 8 десятков лет воспитал тысячи офицеров, преданных своей службе. Военный институт вооруженных сил был образован 6 ноября 1940 года. На 10 кафедрах курсанты изучают порядка 50 дисциплин. В военном институте есть 10 кафедр, из них ведущими является тактическая подготовка, огневая подготовка, физическая подготовка и техническая подготовка. В нашем сне военного института курсанты обучаются теоретически и после каждого семестра выходят в полевые выходы, чтобы отрабатывать практически. Курсанты здесь живут 4 года, от 1 по 4 курс. После окончания им дается диплом о высшем образовании, воинское звание лейтенант. Далее идут служить в ряды вооруженных сил. Калыйнур Усенбеков награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, 3 орденами Красной Звезды, орденом Манаса и многими другими медалями. Улан Касенов, Ерлан Джуншалиев, Бекжан Токтосонов, Алатау 24.